Всем привет! И извиняюсь, если будут слышны какие-то посторонние звуки. И я знаю то, что сейчас не понедельник, а майский выходной. И я хочу сделать вам такой сюрприз. И обновление личного дневника будет завтра. И я, наверное, мы с моей подругой видео не будем снимать, потому что вчера хотели снять, но не получилось. Я не знаю почему, но она мне сказала то, что сегодня, но сегодня тоже не факт. Поэтому вот я подготовила такое толстенькое письмо. Сейчас я его распакую. И если мы будем снимать видео, ну, с подругой, то ничего, посмотрите еще раз, что в этом письме есть. И это мое письмо, если что. Вот это мое письмо, да. Дальше я еще здесь кое-что забыла написать, но сейчас напишу. Вот. Я написала тут. Лети с приветом, не вернись с ответом. Да, сейчас мне понадобятся ножницы. Вот, кстати, они. Вот. И сейчас я раскрою это письмо. Я сама не видела, что там. Я уже забыла. Да. И вот. Сейчас я его раскрою. Я письмо это раскрыла. Значит, вот что там лежит. Первым делом я достаю. Все это высыплю. Потом вам покажу. И первым делом, вот, это, если что, цукаты. Моя подружка очень любит вот такие вот цукаты. Да. Или что такое, скотч обычный. Дальше вот эта вот штучка там, ну, закладка такая вот. Стикер мой, ну, который я вырезала из стикера. Да, она мне присылала, кстати, такие, ну, вырезки из акварем. Я ей одну тоже пришлю, потому что у меня больше нету. Микроволновочка такая. Дальше твикс. Тут вот, она мне прислала конфетку. Я ее съела и вставила себе фантик. И еще один вот у меня сохранился. Я ей пришла. Дальше, если что, это такая гантелька. Вырезка ее. Дальше цветочек. Сейчас весна, да. Еще вот это вот. Это не вот это, а вот это вот. Ну, какое-то там моющее средство. В общем-то, да. Дальше еда вкусненькая. Вкусненькая. Дальше вот вырезка. Вот вырезка. Вот вырезка. Извините, если там что-то вот сзади вот будет видно вот так вот просвечивать, то я извиняюсь. Вот. Следующее это вот эта вырезка тоже там. Я их путаю. Да-да-да. Вот такая вот вырезка. Дальше написано «Последний день учебы». Это не самодельная вырезка, как говорила моя подруга. Я смотрела, кстати, наше видео на канале. Это просто вырезка из бумаги и все. Здесь ничего нету. Это просто я нарисовала на бумаге и вырезала для личного дневника. И все. Картошка. У меня, кстати, таких вот полно. Там огурцы, там всякие. Дальше макарончики. Стрелочка, стикер. Вот. Вот, вырезка, вот эта вырезка, кстати, у меня такая же есть. А, ну да, такая же. Ну, не точно такая же, а чуть-чуть другая. Такой цветочек. Наконец-то надпись, которую я никак не могла. Извиняюсь, если какой-то звук слышен, просто у нас там едут машины, ёлки, да. Вот, дальше здесь окей. И здесь тысяча. Просто у меня таких штук полно, и я решила прислать. И в этом кармашке тоже кое-что есть. Угу. Потом я это все запакую. Если вы что-то не увидели, то увидите на ее канале или, возможно, еще одно видео на моем. Да. Так что вот. Сейчас начнем распаковывать. Так, и все. Я вытащила дальше. Ой. Извиняюсь за посторонний звук. Да. Значит, это, в общем-то, такая вот, ну, такой как бы стикер. Ну, как моя подруга, возможно, может быть, скажет, что это самодельный стикер, но нет. Не самодельный стикер, это вырезка из стикера. Да, извиняюсь еще за один посторонний звук. Да. Вот. Дальше здесь, ну, это просто вырезка из стикера. Вот. Следующее,
Следующее здесь, это, ну, стикер такая груша. Следующее здесь стикер, такой листик. Вот дальше такой вот смайлик. И декоративный скотч. Извиняюсь за посторонний звук. Опять же, да. Ну, и ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Сейчас я вот все вот это вот вложу в конвертик, и вы посмотрите.